Каждый год весь мир замирает в ожидании зимнего волшебства. Все готовятся к празднику. Кто больше всех ждет Нового года? Конечно, дети. Они сильнее всех верят в новогоднюю сказку и с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза и Снегурочки. По уже сложившейся доброй традиции, представитель администрации района совместно с работниками Дома культуры Аллака Шахабль навестили детское отделение и детскую поликлинику Центральной районной больницы. С Новым годом вас всех благ, чтобы не болели. Наступающим, выздоравливайте, не болейте. Дедушка Мороз, внученька, пришли тебя поздравить с наступающим Новым годом. Пришли вас поздравить с наступающим Новым годом. И пришли, конечно, не с пустыми руками. Вот это вот подарочки на Новый год. С наступающим вас Новым годом. Это тебе на Новый год. Возьми. На. Держи. Здравствуйте, с Новым годом вас. С наступающим Новым годом. Привет, красавица. Как дела? Кто это? Смотрите. Дед Мороз сюда подойди. Что у нас? Молодец. Не болейте, выздоравливайте. Красивое. Очень красивое имя не и болей. Очень сама красивая. Не болей, вот тебе подарочек. С Новым годом. Спасибо. С Новым годом. Не бойся. Посмотри, посмотри, тебе Дедушка Мороз и Снегурочка. Наступающий Новым годом. Спасибо. Очень красивые имена. Вот мы, моя внученька, принесли вам подарочки. Возьмите. С наступающим Новым годом. Здравствуй, тебя как зовут? Али, тоже красивая, и тоже, конечно же, подарок. Подходи, подходи, подходи. Для всех присутствующих визит Деда Мороза и Снегурочки с подарками стало приятной неожиданностью. Всего было роздано около 30 подарков. Средства на подарки были выделены предпринимателями района. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.